саженцы голубики садовый дюк растут до 1,5–2 метров. Цветет этот кустарник достаточно поздно, однако созревает уже в июле. Ягоды плотные, отличаются от плодов других сортов. Размером до 2 см в диаметре, насыщенным вкусом, улучшающимся при охлаждении. Сорт дюк высокоурожайный, на одном кустарнике можно вырастить до 8 кг ароматных ягод. Они, кстати, отличаются высоким содержанием витаминов. Слабое побегообразование позволяет отказаться от обрезки и гарантирует хорошее освещение. Крупномер устойчив к холодам, стоит защитить его от сквозняков. Голубика садовая дюк – это кустарники высотой 200 см с типом роста, среднерослый, диаметром 160 см. Цветет растение в месяц июнь. Аромат у цветов слабый. Окраска цветка белая. Весной листва по цвету зеленая, летом листва зеленая, осенью листва желтая. Голубика садовая дюк имеет ранний срок созревания. Его плоды созревают в месяц июль. Урожайность голубики садовый дюк составляет 6 кг. Плоды имеют массу 1,4 грамма. Форма у ягод округлая. Окраска ягод синий. Вкус сладко-кислый, мякоть нежная. Плоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Важно, что голубика садовый дюк частично самоплодный, обои полый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Голубику садовую дюк создала Дрейпа, Джи, Галета, Джи, Желенковик Н, Ворса. Годом создания растений считается 1987.